Слушай, вывернулась. Чего вывернулась? Ты не вставил эту тему. Какую? Вон, смотри, как она должна стоять. Здесь вставлена. Вон там, видишь, как встала? А это вот неправильно стоит еще. Понял? Угу. Надо подергать вот так, может, за это. Она должна встать, по идее. Ты на видео видишь? Угу. Погода замечательная. Для как раз загорать только. Запись мотора Suzuki, как там назови? DT9.9. Заводим. Первый запуск. Слушай, ну вот сейчас вот среднее положение как-то, блядь, хуёво ставится. Ну, допустим, так, да? Покажи свое улыбчивое лицо. Охота газануть на полную, да? Проверить, что будет. Ну что у нас? Сегодня испытание этого. Suzuki DT9.9. Давай, неопытный моряк. О! Завелась после часа работы уже почти. На себя. В режиме обкатки. О, 50% газа. Каких 50? Да ну. Тут процентов 40 у тебя от силы. Мы не плывем, мы тащимся, еле-еле. Ты что, будем причаливать? Ну давай, так ты просто заглуши его, ну, мы веса. Остановимся, нас подтянет. Ну давай, веслами подгребем. Что, вот здесь? Давай здесь. Идем, потому что еще обкатка. Со сколько скорость всего? 5 километров. 5? 5,5. Мы еще против ветра идем. Нафиг его знает. Против ветра мы идем. Против ветра? Давай глянем, что потом. Ну, остыл немного, глуши. Заглянем под, под капот. Нашей Suzuki. Тепленький. Маслянистенький. В масле? Ну, он такой немного в масле. Смотрим. На камеру. Подожди сейчас. Так, смотрим, что тут у нас происходит. Двигатель теплый. Двигатель тепленький. Подтеков никаких нет. Слава богу. Их у нас и не должно быть вообще-то. Я обратил внимание, знаешь что, Макс? Что топливо, которое было в, ну, этом, в фильтре топливном, когда мы его купили, оно было какое-то такое светло-желтое, а сейчас оно голубоватое какое-то, синее, синеватое.
провода генератора надо было куда-то. И, в принципе, пусть болтаются так, да? Вода, смотри, какая прозрачная. Дна не видно, конечно, блин, здесь. Но вода вообще капец прозрачная. Что, ты доволен? Капец. Теперь у нас есть лодка. Давай, поехали. Подняло, капец. Меня аж приподняло наверх. На какой-то мыс. Обойди его. Где-то 15 километров. Но ее приподняло, смотри, как она идет на глиссере. Добавь еще. Подпрыгиваю потихоньку. Я задержусь. А? Я задержусь.